Вот в резиденты всегда приятно играть. Прям, зацени, какая большая ворона, это вообще пиздец. А чё она такая здоровая? Может его ёбнуть? Может это какой-то мутировавший ворон? Хочу его ёбнуть. Но жалко патрона, кстати. Ну какой-то очень большой, я его боюсь, бля. Может его зарашить и зарезать? Ну он типа очень большой. Хотя, конечно, действие нереалистичное. В реале я бы, ну, не напал бы на такую большую ворону, я бы засал. Блин, по факту. Если бы я увидел такую большую ворону, я бы обходил бы за километр. Ну, типа, она очень большая. Как птеродактиль, нахуй. О, серьезно? 12 патронов! Добре. Помолчи. А чё тогда ретри ремейк скипнул? Потому что мне не понравилось! Какой бы вы да заебали! Все, я повышаю донат, я так не могу играть. Или Elden Ring. Из этой или... Подожди, из Elden Ring это которые боссы вороны или что? Гайз, дайте... Пока ставлю 600, дайте увлечься процессом. Мне реально интересно, пиздец. Какое твое отношение к воронам в целом? Я с детства их пиздец. Я смотрел фильм какого-то, как его назвали, Хичкока или что? Заклевали, я хуел очень сильно. Всегда их шугаюсь. Короче, я смотрел фильм Хичкока, там, где какие-то птицы, то ли вороны, то ли кто, короче, людей заклевывали. Типа ужастик. Это я в детстве прямо смотрел, когда мне было лет 6 или 7. И с тех пор я, очевидно, ну, у меня это в голове осталось. То, что вороны могут, ну, или там любые птицы могут толпой напасть и заклевать человека. Ну, то есть, очевидно, что такое может быть. Они этого не делают в целом, но очевидно, что это может быть. Поэтому в любом случае, если я увидел стаю птиц, я бы ее обходил. Если одна птица, ну и, допустим, ворона одна, не такого размера, конечно, а дефолтного, то я бы ее, ну, не опасался. Если бы я увидел там стаю из, блядь, 20, 30, 40 плюс ворон, то я бы к ним не подходил. Не потому что я прям как-то панически боюсь, потому что, ну, я понимаю, что чисто теоретически они меня, ну, отхуярят же толпой, правильно? То зачем мне к ним подходить, блядь? Ну, блядь. В целом нет смысла подходить к животным, которые тебя могут отхуярить. В целом. Типа животные, ну... Ну, как бы, если люди, блядь, не особо-то умные, животные-то тем более они особо умные, смысл подходить к животным, которые могут тебя отхуярить? Допустим, стая, там, 30-40 ворон, смысл к ним подходить? С какой целью к ним подходить? Ну, типа, с какой целью? Там, в 999 случаев из 1000 они тебя не отхуярят. И не нужно кланяться. В одном случае из 1000 они тебя отхуярят. Привет. Например, Витя. Да. Дай тебе бог здоровья. Привет. Мне надо, maybe, какую-то гранату скрафтить. Ну, что еще? Ладно, забайтил меня на донат. Создание предметов. Чроу, черная большая птица, хищник и вроде подальщик. Ты видел ее? Распространена в Америке. И? Ворона, равен, птица поменьше. У нас распространена серая ворона. Всеядные птицы, городские. А, окей, хорошо. Блять, какая разница, все равно. У нас черные вороны тоже есть, подожди, у нас не только серые. Здоровые черные вороны, я у нас видел их, подожди. В смысле? Короче, что я обсуждаю, зачем? Гранату можно крафтить? Переходите на наш телеграм-канал. Ссылка в комментариях или покуда на экране.